Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Овощи зимой очень дорогие, и после праздников оставшиеся салаты из этих овощей выбросить жалко. Застолье закончилось, и салаты остались. Если они заправлены растительным маслом, и это могут быть любые овощные соединения, любые овощные варианты салатов. Также у вас может остаться овощная нарезка. Но овощную нарезку нужно будет сначала превратить в салат, а уже позже, в конце видео, вы узнаете, что добавить. Итак, спасаем такие салаты, продлеваем их жизнь, при этом немножко меняем вкус. Добавляем в них немножко уксуса. Хорошо перемешиваем. И можем переложить в любой закрывающийся контейнер. В таком виде салаты простоят еще долго в холодильнике и будут нас радовать своим уже маринованным вкусом. Пускай у вас продлятся как можно дольше праздники. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!